Первая частная школа Татарстана празднует сегодня юбилей. Ровно четверть века назад в Набережных Челнах открылась гимназия имени Василия Давыдова, где детей обучают по индивидуальной учебно-воспитательной программе. И сегодня, 25-й день рождения, учреждения решили отметить большим праздничным концертом на площадке своих коллег и партнеров в Институте социально-педагогических технологий и ресурсов. В его актовом зале, помимо руководства гимназии имени Давыдова, собрались преподаватели и ребята с 1 по 11 классы, а также их родители. К слову, творческие номера были подготовлены силами самих учащихся.